пока я еще доберусь до дома и смонтирую. Можно на телефоне немножко заснять. Очень сильные волны. Я заходил выше колена, потом по колено. Сейчас меня только что прыснуло водой. Потом почти лежал по классически лёжке. Потом сидел, свесив ножки, как на лесенке. Потом сидел на корточках. Потом меня периодически окачивало до очков два раза. И выбирала камушки, которые море приносило. Кто хочет камушек на сувенир? Можете сказать, хочу ли я камушек на сувенир. Ну, те, кто местные, в смысле углические, меня мало смотрят. Точнее, допустим, пару человек бы я спросила, хотите камушки на сувенир. Но они не заходят ко мне на канал и делают это в тайне. Легче спросить ВКонтакте. В 9 у нас был завтрак. В 2 часа обед и в 7 вечера ужин. Я все еще пока первый заселенец. Но с другой стороны, это в принципе неплохо. Наверное, в том-то. Народа нет. Я впервые увидела гаечный пляж. Очень неудобно по нему ходить. Вот в сланцах удобно. Я даже в них пыталась в воду зайти, но поняла, что все-таки надо без сланцев в воде ходить.